Масштабные военные учения в Крыму. На морском полигоне, расположенном юго-западнее Севастополя, были задействованы 15 кораблей, береговые части, а также самолеты и вертолеты. Новейший ракетный комплекс «Бастион» нанес удар по морским целям, которые имитировали группировку условного противника. «Бастион» создан для защиты побережья. Он оснащен сверхзвуковой противокорабельной ракетой «Яхонт», которая предназначена для поражения авианосных ударных групп, десантных соединений и конвоев. Вместе с ракетчиками действовали бомбардировщики Су-24 морской авиации Черноморского флота. И по данным объективного контроля, цель поражена, условный противник уничтожен.